Друзья, добрый день. Вы знаете, сегодня было много повода снимать в городе Ейске. Мы с Алисой съездили, ну там я попутно прошел флюорографию, ей надо флюорографию пройти. Вот, ну зашли там еще. Вот, кстати, Ксюхе подарок, наконец-то вот эти ракетки для тенниса. Правда, не лучшие, но все равно весьма все дорого стало стоить. Так что это вот к дню рождения ее. Ну и у нас пока такой щиток. Можно было, конечно, сетку приобрести, но все равно это нестандартный стол для тенниса. Вот. Ну и попутно я забрал поломанный стабилизатор, привез его домой, то есть его уже не починить. И много-много-много мелких других дел. Там все эти настройки, как говорится, там по Сбербанку дочери, там, чтобы вот это все был вход, там настройка, там, ну, много чего, много чего. То есть снимать как таковое эти все процессы, ходить камерой, направлять на людей, там, в каких-то ситуациях жизненных, я считаю, это неуместно. Поэтому если что-то будет очень симпатичное, нужное или хорошее, красивое, я обязательно для вас сниму. А так день начался, как обычно, летний день. Летний день. Доброе утро, друзья. Поедем в нашу поликлинику, дубль 2. Справку же надо начинать как-то делать. Все, собрались. Так, значит, по поводу доктора, все нормально, мы вроде дали ход справки, но в любом случае нам придется ехать в Ейск. Мило поговорили, все прекрасно, сдали анализы, но придется ехать в Ейск, в третью поликлинику, именно по врачам, которых здесь нет. Это невролог, отоларинголог, это хирург. Здесь есть только, вот я вспомнил, третий врач — это не какой-то, это ЭКГ кабинет, ЭКГ. Здесь есть только стоматолог, терапевт. Забыл еще как врача. Но в итоге много врачей надо проходить именно в городе. Поэтому в любом случае придется все-таки опять ехать. В общем, справка всегда дается денежными растратами, друзья мои. А, друзья, хочу также напомнить вам, что у моих друзей Нади и Володи есть возможность остановиться. Гостевой дом. Поэтому еще раз посмотрите, если кто-то хочет в Ейске когда-то либо где-то остановиться, как устроено внутреннее убранство гостевого дома. Thank you.
И на этом я прощаюсь с вами. И на стрим, пожалуйста, не опаздывайте, музыкальный вечер, который будет в субботу в 16:00. Не забывайте об этом. Буду вас ждать. Пока. Пока, друзья.